Здравствуйте, друзья. У нас тут гость на канале. Как зовут? Алексей. Алексей. Me Russian, me tester, me job. Вот. Значит, Алексей находится в ситуации, когда можете сказать, что у вас с ним теперь шапошное знакомство. Разбор. Да. Значит, me Russian, me tester, me job. Да. А что, моя твоя не размовляет? Или как? А, просто вчера закончился очередной проект. Тортик. Успешно, да. И я хотел этим тортиком показать, что все в шоколаде. Так что именно в шоколаде рассказываете? Ну, как бы жизнь продолжается, если один проект успешно закончен. Что такое проект? А проект — это, значит, когда компания, ну, которая занимается разработкой программного обеспечения, угу, а выполняет проект для какой-то организации. Заказчика, так. Для заказчика, то, ну, этот проектный менеджер, он имеет сроки, вот, значит. Ну, проект выполнен. Да, проект, который успешно выполнен. Вы у них чего, консультант или штат? Я консультантом работал, да. Это была государственная компания, госпрограмма. Ага. Для этой госпрограммы мы готовили программное, собственно, сколько вот, вы там модификацию были на проекте? Программного обеспечения. Это, собственно, фаза тестирования, да, занимала 1.5 года. Это был такой waterfall проект. А вы там сколько были? 1.5 года. Хрена себе. Так и ничего, и вот за те же деньги все. Ну, нет, они немножко сначала, ну, потом чуть-чуть добавили, скажем так. Ну, то есть вы как бы набрались там ума разума или что? А, ну, в каком-то смысле, наверное, да. Вы то есть это. Выросли, нет, ну, это был полноценный такой waterfall проект, значит, такой государственный. Без agile, так все. Без agile, ну, там все. Вебовский. Ну, вебовский. То есть, это оно без доступа к внешнему, то есть, у него внешнего веб-интерфейса не было. Это все для. Такой. Да, то есть, это все для сотрудников, там, 300 человек примерно по всей Калифорнии. Я понял. То есть, они да. А нет, все-таки они в разных местах. Да, это госпрограмма, которая занимается. Значит, предоставлением материальной помощи лицам, которые пострадали в результате криминальных каких-то действий. Со стороны преступников. А, преступников. Хорошо. Ну, хорошо, ладно, давайте мы посмотрим на ваше резюме, потому что, чтобы оно тоже было в шоколаде. В шоколаде. Так же, как вот это страшное, калорийное, наверное, очень вкусное творение американских довольно символичное кондитеров. Все, ладно, давайте переходим к делу.